Девчоночки, всем привет! Перед вами мои ноготочки с последним дизайном. Прошло уже почти 3 недели. Как видите, они у меня очень хорошо отросли. Покрывала я ногти гель-лаком от Elite 99 под номером 008 и гель-лаком Вена Лиса. Серебро, жидкая фольга еще иначе называют. Заказывала их я на сайте AliExpress. Предварительно на ноготки у меня была нанесена база Blue Sky в 2 слоя. И ногти после покрытия цветным гель-лаком я покрывала топом этой же фирмы. Как видите, нет сколов, нет царапин, нет трещин. Все идеально. Все запечатано. Единственное, что у меня с одного ноготочка, вот здесь сошла скотч-лента, и стала она отходить сверху, по всей видимости. Я плохо ее запечатала. Это произошло вчера, поэтому сегодня я снимаю это видео. И сейчас буду снимать покрытие, спиливать. И следующее видео выйдет на канале уже с новым дизайном. Поэтому нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить. Эти гель-лаки у меня нанесены все были в 2 слоя. Как видите, ногти у меня очень длинные, можно сказать. Мне они уже стали немножечко мешать, поэтому длину я буду убирать. Ну вот, наверное, и все, что хотела я вам сегодня рассказать. Этому видео ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на меня в Инстаграм, добавляйтесь в мою группу ВКонтакте, там очень много полезной информации. Ссылочки я продублирую, как я уже сказала, в описании под видео на эти гель-лаки. Вы сможете себе заказать, если вам понравился вот такой вот вариант оформления ваших, вернее, моих ноготков. На этом я с вами сегодня прощаюсь. До скорых встреч!